Падения и неудачи – дело обычное. ГТО сдают не спортсмены, чиновники. Уроки физкультуры пришлось вспомнить 100 сотрудникам мэрии, в том числе и Сергею Слепцову. Специалист административной комиссии в прошлом – гиревик. До груза не дотрагивался 20 лет, а результат все равно хороший. Бил 4 раза. Вполне доволен. Сам в шоке. Руки помнят. Так-то подошел, получилось. Вес небольшой, 16 килограмм, это ни о чем. В большом счете. На соревнованиях там 24 выполняется. Мэр Благовещенска Валентина Калита в юности стрельбой не занималась, но винтовку в руки взяла смело. И со второго выстрела повезло. Видеть цели, достигать ее положено по должности. Мы своим примером должны показать всем, что ГТО – это та норма, к которой должны стремиться все. Сегодня пробный шар, на следующий год – это будет уже обязательным. А сегодня просто хороший спортивный праздник. Участники фестиваля за полдня сдали 7 нормативов. И хотя значки за достижения не раздавали, при проведении спортивного праздника организаторы постарались сохранить советский дух. Нормативы сами по себе достаточно демократичны. Они, в принципе, по своим нормам не отличаются от того старого ГТО, которое было при Советском Союзе. И каждый участник фестиваля, уже когда будет сдавать на значок ГТО, он будет иметь понятие о том, сколько сделать, как это делать, какие виды. Кристина Каширина, Михаил Величкин, программа «Город».